Помогите! Что ты тут делаешь? Что ты имеешь в виду? Мне говорили, что тут спрятано сокровище. Хм. А откуда ты? Из Кардавы, но я там недавно. Эмигрантка? Скорее, беглянка. Опыт тебе поможет. Мы должны убраться отсюда. Что происходит? Нет! Отпустите меня немедленно! Отпустите меня! Нет!
спасайся! Бежим, спасайся! Злой чужак! Злой, злой, злой чужак! Злой чужак! Хочешь путешествовать со мной? Я сама могу о себе позаботиться. Меня зовут Зайрин. Я жила в Оренджуне, но там для меня слишком жарко. Ты ведь воровка, верно? А я Конан, кимериец. Честно говоря, все сокровища давно потеряны. Это всего лишь магический мусор, иллюзия, которая обратилась в прах. Конан! Так все это было напрасно? Слушай, я иду на юг. Думаю, мы с тобой можем договориться и пройти немного вместе. В этих местах вовсе не так плохо, если есть кому прикрыть тебя со спины. Может, это и сработает. Я возвращаюсь в Кардаву. Oh!
А ты? Куда пойдешь ты? Я преследую группу всадников, которые убили моих родственников. Гнусная шайка. Их символ — гриф. Их символ — гриф? Но это же тот самый культ, которым в последнее время все увлекаются в Кардаве. Люди их ненавидят, потому что они злые и высокомерные. Но у них столько денег. Так у них есть храм в Кардаве? Тогда все решено. Ладно, можно попутешествовать вместе. Но если ты будешь позволять себе вольничать, я тебя убью. Уже договорились. Несколько дней огромный кемереец и маленькая грациозная Зайрин шли на юг. Течение Черной реки постоянно усиливалось. Пикты довольно долго преследовали их, но обычные неприятности, подстерегающие путешественника на такой большой реке, как Черная, были для Конана просто мелкими неудобствами. Они шли по левой стороне, держась аквилонской части реки, и останавливались переночевать на островах, где редко встречались крупные хищники. Конан без труда ловил рыбу или оленей, так что голод им не грозил. Мы можем только гадать, вышли ли их отношения за пределы чисто дружеских во время этого долгого путешествия, и что происходило в каноэ. Им понадобилась почти целая неделя, чтобы добраться до Кардавы. Под покровом тьмы они проскользнули в западную часть Кардавской гавани. Над бескрайними морскими просторами взошло солнце. Гавань Кардавы — один из крупнейших морских узлов западного побережья, а может и всего мира, была исключительно большой и новой. Место для ее размещения было отлично подобрано. Состязаться по размерам с Кардавой могут только Месантия в устье реки Тибр и Кхеми в устье реки Стикс. Но Кхеми находится в Стигии, и большинство торговцев и моряков избегают этой мрачной гавани Черных королевств.
А вот в Кардаву ежедневно прибывают десятки кораблей, после чего отправляются в Великий Западный океан. На север или на юг. Так что в городе всегда полно самых странных людей. А теперь нам придется разойтись. Но я не хочу оставаться в долгу перед тобой, ведь ты спас мне жизнь. Слушай, у меня ведь здесь есть друзья. Я могу расспросить их о культе Грифа. Думаю, я сумею добыть для тебя кое-какую информацию. Встретимся завтра в полдень на Большой рыночной площади и посмотрим, что мне удастся узнать. Только будь осторожна. Мне очень нужна эта информация.